В одни сомнений, в одни тягостных раздумий о судьбах моей Родины. Ты один мне поддержка и опора, о великий, могучий, правдивый и свободный русский язык. Не будь тебя, как не впасть в отчаяние при виде всего, что совершается дома. Но нельзя не верить, чтобы такой язык не был дан великому народу. Слово, сила. Наполеон Бонапарт говорил, что одна хорошая газета стоит целой армии. В Евангелии написано: от слов своих осудитесь и от слов своих оправдаетесь. Сейчас идут колоссальные информационные войны, и все это делается словом. Есть заповедь: не клевещи, не лги. Понимаете, что значит? Словом можно оклеветать, оболгать человека, уничтожить его. И можно человека возвысить. Слово – это вторая сигнальная система, с помощью которой люди общаются. Слово – это величайший дар человеку.